снимали половину дачи. Две комнаты и террасу. У хозяйки Юлии Карловны. Кроме самой хозяйки, на даче жила старая овчарка Дейзи, которая обычно лежала в тени рядом со своей конурой. В силу доброты характера и преклонного возраста она никого не могла обидеть. Вышло у нас с ней, тем не менее, печальная история. В дачной компании я, как всегда, был самым маленьким.